В первом подъезде дома номер 13 по улице Талсинская ремонт в рамках программы губернатора Московской области уже закончен. Проведенную работу управляющей компании «Жилсервис А» положительно отметили как специальная комиссия, а именно районная администрация совместно с Госадмтехнадзором и Государственной жилищной инспекцией, так и сами жители дома. Особых неудобств не было, потому что здесь же уборщица все убирала сразу. Не было никакой грязи, ничего. И делали очень аккуратно, я не знаю, хорошие уже дома. Прям все последовательно, незаметно. Ну, единственный запах от этого не избавишься. Так все. Да. Хорошо, убирается регулярно, всегда у нас чисто. Хотелось бы отметить управляющую компанию «Жилсервис А», которая показала высокую степень подготовки и ремонта подъездов, качество материалов, а самое главное при общении с жителями только положительные отзывы. Во-первых, по коротким срокам исполнения ремонтных работ, а также по качеству. Готовит «Жилсервис А» к сдаче и первый подъезд дома номер 25. В течение нескольких недель на всех 14 этажах проводились работы, результат которых можно наблюдать уже сегодня. Обновленный вид помещения радует глаз. Ремонт подъезда подходит к концу. Стены окрашены в приятный оттенок, потолки побелены и заменены почтовые ящики и светильники. Остаются последние штрихи. Также провели проверку попавших в программу подъездов на Талсинской 20, Комсомольской 10 и 9, корпус 11. Здесь выполнены работы управляющей компании «Перспектива», получили ряд нареканий. По нескольким домам у нас будет возврат на эти адреса по приемке, потому что выявлены недочеты по работе, значит, подъездов этой управляющей компании. Очень много выявляется недочетов уже контролирующими органами, также и ГЖИ, которые почему-то управляющие компании видеть не хотят. Это и слаботочки не убраны, это и, соответственно, покраска входной группы. Значит, ступени при входе. Это двери, которые у нас делают тепловую, значит, контур. К сожалению, не доводят до конца. Осмотрели подъезды на неделе на 13 в микрорайоне Щелково-7. В целом выполненные работы управляющей компании «Альтернатива» получили положительную оценку. А вот состояние входных групп отметили как неудовлетворительное из-за растительности, покрывающей козырьки дома. В ближайшее время управляющая компания взяла обязательство устранить все недочеты. Сделали достаточно неплохо ремонт, качественно. Все равно есть определенные, значит, доделки, которые они должны сделать. Они это все устранят, и в целом как бы, подъезды сделаны на должном уровне. К концу 2017 года на территории Щелковского района планируют отремонтировать 1008 подъездов многоквартирных жилых домов. В настоящее время выполнено 15% от заявленного количества. Реализации программы уделяется повышенное внимание. Вопрос стоит на контроле у губернатора Московской области, у главы Щелковского муниципального района. И мы все подъезды, которые мы заявляли на ремонт в правительстве Московской области, безусловно, мы их выполним в срок. Анна Балиет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».